Когда разведкой посевы под лой, Анджи и Леви страдают фигней. Видишь микрофон у меня? Саша, тебя главный. У нас передача. В эфире у нас передача. Хреновые челленджи. Хреновые челленджи, они реально хреновые. Что это? Первый челлендж заключается в том, что один человек другому человеку завязывает глаза. И человек с завязанными глазами должен будет угадать, что он трогает. Что он трогает. А он может трогать что угодно. Это может быть вещи, а может быть не вещи. Это может быть тело. Это может быть тело, да. И кусок титана. Кто первый? На каменную штуку. Хорошо. На японском это называется джанкен-пон. Джан? Джанкен-пон. Алло! Ты начинаешь. Хорошо. Начинаем в том смысле, что я придумал или что? А я не знаю. Ну что мы играли вообще? Нормально тебе? Нормально. Та-да-дам-та-дам! Поправь. Давид. Давид, да? У тебя-то башка большая, мозг слишком большой. Ну ты сядь, ну все. Я, между прочим, мозг развед корпус. Тут у нас проблемы такие развед корпус. Итак, мне нужен твой палец. Твой палец, вот один твой. Ну почему палец может быть ладонью так? Это сливки. Нет. Это кетчуп. Кетчуп? Паразит. Окей. Очки сними. Нет! Да. Это часть меня, я ничего не вижу. А мне можно без повязки, мне можно просто без очков. Окей. Как резинка от трусов. Убивай, ты где? А? Стол! Да, стол стоит дежурный. Ну ты можешь. Это книжечка с этого, с караоке. Да. Мерзкая, по-моему. Очень мерзкая. Это лоб внизу. Да. Скажи мерзко вообще. Короче, как мокрый пуп грязный. Короче, мы решили без этой резинки от трусов, потому что она реально для трусов, но не для головы. Это должен был я сказать. Давай говори. На. Все. С кремом? Нет? Нет. Лак? Лак. Лак! Хорошо, скажи. Молодец. Салфетки мокрые. Окей. Да? Очень мерзко. Очень мерзко. Это для губ. Нет. Воск. Да. Для волос. Да. Шнур для чего-то.
Ah!
разберемся. По-моему, уже прекрасно. Блин, слушай. Ну, стой. Ты уже все отмыл? Ревай! Такой ревай! Слушай, этот крем буквально из глаз выковухал. Это было интересно. Это было очень интересно. Реально, нам даже... Слушай, я переоделась. Сейчас чувак придет. Ой, блин! Лук! Ай, я рекомендую. Ты что, что камня прокинула? Подожди, а? Что, что камня прокинула? Ну, это было бы в стиле меня. Так, это надо закрыть. Это все. Вот. Джинсы с этим ботинки вообще никак. Вот. А вот, а я в юбке. Ой, извини. Это сушеная японская слива. Она дико-дико кислая. Вот. И мы купили, потому что нам интересно. Реально похоже на мозг. Давай сразу полупачки, короче, ты и полупачки я. Без 10 полночи. Я снимаю рабочий процесс, короче. Мы уже сдали комнату в караоке, вот, и сейчас мы в туалете. Переписываем видео, ревая на компьютер. Потому что все снимается, типа, якобы на мою камеру, вот. И надо, чтобы у обоих было это видео, вот. Потому что он монтирует, он офигенно монтирует. Ему желан. Капец, мы сидим в мужском туалете. Потому что тут есть розетка. Вон там вот розетка такая. И мы надеемся, что мы успеем на поезд. Мы всегда успеваем. Вот это каждый раз. Да, мы всегда бежим как сумасшедшие просто. Что ты не бухаешь? Фу. Ой. Мне еще нравятся эти кавайные лягушки у Ривайна на компьютере. Вот, ну все. Спасибо большое, что смотрите нас.